Кто такой носитель суверенитета? Стыдно не знать. Стыдно не знать. Даже Алиса знает. Здравствуй, Алиса. Привет. Что такое земство? Земство. Выборный орган местного самоуправления в Российской империи и Российской республике в 1864-1919 годах на уровне губернии, уезда и волости были введены земской реформой. 1864 года к 1914 году земства существовали в 43 губерниях Европейской России, упразднены в 1918-1919 годах. Что такое местное самоуправление? Местное самоуправление – организации и деятельности граждан, обеспечивающие самостоятельное решение населением вопросов местного значения. Управление муниципальной собственностью, исходя из интересов всех жителей данной территории. Что такое территориальное общественное самоуправление? Территориальное общественное самоуправление – одна из форм реализации народом Российской Федерации своей власти через непосредственное осуществление самоуправления на части территории муниципального образования и участие в местном самоуправлении, предположительно, путем создания эффективного социального партнерства власти и населения. Кто такой носитель суверенитета и источник власти? Признание многонационального народа носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации. Что такое МСУ? Местное самоуправление – организация деятельности граждан, обеспечивающая самостоятельное решение населением вопросов местного значения. Управление муниципальной собственностью, исходя из интересов всех жителей. Что такое народ? Народ – историческая общность людей. Общепринятого определения не имеет. Употребляется в научной литературе в двух основных значениях – в политическом и в культурно-этническом. Взятый в первом значении слово является синонимом понятия «нация». Следует отличать от понятия «население». Кто такой носитель суверенитета? Стыдно не знать. Кто такой носитель суверенитета? Суверенитет – независимость государства во внешних и верховенство государственной власти во внутренних делах. Для обозначения этого понятия используется также термин «государственный суверенитет» для отличия от понятий национального и народного суверенитета. В современной политологии рассматривается также суверенитет личности или гражданина. Что такое народный суверенитет? Что именно? Что такое народный суверенитет? Народный суверенитет – доктрина, согласно которой народ государства рассматривается как единственный законный и правомерный носитель верховной власти или как источник государственного суверенитета. Идеи народного суверенитета получили свое развитие в западной мысли с распространением модернистской философии. Стыдно не знать. Народ государства рассматривается как единственный законный и правомерный носитель верховной власти или как источник государственного суверенитета.